скорая не ездит на такие вызовы, запретили нам. Только врач поликлиники сегодня к вам придет, и вы, пожалуйста, все к нему, там, рентген, анализы, девушка, ну, что нам с вами делать. Мы ничего не сделаем, что за истерика? Нам запретили, у нас есть приказ. Девушка, вот, уже медиков не осталось, вы понимаете, ли есть в городе? Вы что хотите? Я сейчас бригаду на амбразуру пущу, что ли? Они уже и так не заезжают, ноги еле передвигают. Если приказ есть, температуру не принимать. Сегодня врач откроется поликлиникой через 2 часа. Или сходите, или вызовите врача. Нет. Не надо мне плакать. Вы думаете, что мне не жалко вас? Жалко всех. Но есть приказ, бригада не выезжает. Ноги уже никто не волочит. Девушка. Весь город больной. Вы понимаете ли, у нас эпидемия в городе? Эпидемия, нельзя. Вы понимаете, последние мы остались, скорая помощь. У нас некому спасать, уже людей будет скоро. Я не должна вообще это говорить. Мы скоро все умрем, наверное, да? Вы понимаете ли, вы сейчас плачете так, а я должна вам жалость включить. Понимаю, есть приказ, я не имею права его нарушить. А что-то случится с нами, кто будет отвечать? Я сейчас бригаду пошлю, и мне потом что сделают со мной? Девушка, заплачу 50 тысяч. Да нам не надо платить, вы послушайте меня внимательно. Мы работаем, скорая служба, бесплатная. Что вы сейчас истерите, пожалуйста? Если даже у вас ковид, допустим, мы это не решим. У нас нету ни тестов, у нас ничего этого нету. Скорая – это экстренная служба. Единственное, в городе экстренная служба. Вы хотите, чтобы она вообще вся развалилась, что ли, или что?